по согласованию с ГАИ, это в том числе и их такая мысль, заключается в следующем. Левый поворот со стороны города должен быть закрыт. И тем самым убирается одна фаза, и мы гарантируем, что на перекрестке независимости Филимонова пробки уйдут. Это станет обычный совершенно перекресток без каких-то, без какого-то напряжения. Это произойдет, я думаю, в ближайшие несколько дней. Документация передана, и, насколько я знаю, активно работает. На Калиновскую. На Калиновскую. Покажи себе еще одну. Но это опять-таки полумера. Настоящее решение должно быть в Украине.